Коллеги, рация нужна не только для того, чтобы покупать или продавать топливо. Все, давайте работает после вернушки, да? Да, давай, давай. Бля, не возьму я его, я груженый, ты че, блядь, она не едет так быстро. Хуй его знает, блядь, расстояние большое, блядь. Он тебе скажет, когда можно будет, я тебе это приторможу, пропущу. Принял, принял, дружище, принял. Вот легковые сейчас пройдут и тогда уже да. Спасибо, скамеечка, спасибо.